Здравствуйте. Александр Петрович, пару слов к корейскому телевидению. А как долетели? Долетели? С комфортом, с минимальным. На вертолете редко летал, но сейчас 40. Не так страшно. Какие как чувства вы вообще в Карелию приехали? С радостью, с горчением какой-то, может? С радостью, с ожиданием перемен, с ожиданием собственной реализации в Карелии. Я думаю, что время покажет, реализуются ли мои надежды, не реализуются здесь. Как-нибудь прокомментируете свое назначение? Ну, как я могу прокомментировать свое назначение? До позавчерашнего дня это было для меня таким туманным будущим. Позавчера вызвали руководство страны и предложили использовать свой опыт, свой потенциал в Карелии. Я надеюсь, что он пригодится, и надеюсь, что мои наработки, которые были в Ленинградской области, в Гатчинском районе, позволят здесь решать многие проблемы. И я надеюсь, что я пригожусь в Республике Карелия. Какие проблемы, может, в первую очередь будете решать в Карелии? Бросил в глаза что-то? Но я, к сожалению, не так часто бывал в Карелии. Не могу сказать сегодня уже о тех проблемах, которые есть. Я надеюсь, что правительство и население подскажут, какие проблемы в первую очередь нужно решать. Но из опыта Ленинградской области, я думаю, что они аналогичные, что в Карелии, что в Ленинградской области. Наверняка они однотипные. Это проблемы качества жизни нашего населения, проблемы ЖКХ, здравоохранения, проблемы социальные, проблемы трудоустройства, проблемы улучшение экономического состояния для того, чтобы предыдущие проблемы решать. Вот этим будем заниматься здесь совместно в Карелии. А вы говорите, не часто бывали в Карелии? Все-таки бывали? Ну, бывал. Я провел детство в Карелии, в Сегежском районе. У меня там похоронены родственники. Не так давно нашел своего дядю, который воевал здесь в кадровой армии в 41-м году, похоронен, убит был 18 августа 41-го года, похоронен в братской могиле города Питкаранта. Я недавно со всей семьей 3 года назад приезжал в город Питкаранта, когда мы нашли эту братскую могилу. К сожалению, папа не застал, в честь его меня и назвали. Это был любимый брат моего отца, но мама еще застала. Мамы сегодня тоже нет, поэтому с Карелией у меня связаны детство и вот такие вещи, как Великая Отечественная война, которая затронула очень многие семьи в Советском Союзе, в том числе и в Республике Карелия. Ну, собственно, все. Спасибо. Фин по-настоящему? Да, я рафинированный фин. Говорю по-фински. Спасибо.